Всем привет, друзья! С вами Ирина. Сегодня хочу поделиться с вами небольшой новостью. У меня тут в Германии довольно большой балкон, и я решила здесь сделать мини-огород. Сейчас все в процессе заготовки. Вот, накупили землю по 40 литров специально для овощей. Накупили горшков 80 и 60 сантиметров. Это у меня уже голубика. Там горшки стоят, которые нам бесплатно достались. Мешок керамзита. И вот это у меня брусника. Маленький кустик такой. Так, здесь у меня будут навесные горшочки с помидорами, зеленью. Здесь у меня будут огурцы. И здесь натянем сетку. Вот, до следующего балкона для огурцов. Кошка резвится. Ну а сейчас давайте приступим к посадке семян. В воде я развела янтарную кислоту. Вот у меня такая на данный момент. Янтарная кислота используется для замачивания семян на 12-24 часа. Вот, то есть, в принципе, как раз подходит к нашим целям. Мы замочим семена, но оставим их, конечно, до прорастания. Я думаю, ничего страшного в этом не будет. Отдельно я буду замачивать только семена петрушки. Кстати, голубика у меня вот такого сорта. Хортбулю Петите. И брусника у меня Ред Перл. Вот такая будет. И вот таких семян я набрала. Значит, что у меня будет расти на огороде? Огурцы. Взяла сорт Диамант. Горох. Это сахарный горошек, в котором можно есть стручки. Взяла сорт. Вот это вот он. Орегон, Шуга, Под. Помидоры у меня трех видов. Все балконные, пригодные для выращивания в горшках. Ампельный сорт. Tumbling Tom Yellow. Потом балконный томат Totem F1. И томат Heartbreaker Vita. Этот вообще высотой 30-40 сантиметров. Самый низкорослый, по идее, должен быть из тех, что я взяла. И дальше у меня просто идут травы. Петрушка обычная, вот этого сорта. Enfachenschnitt 3. Мелисса лимонная релакс. Высота 40 сантиметров должна быть у нее. И базилик балконная звезда, балкон стар. Это должен быть высотой 20-25 сантиметров. Ну, в общем-то, я выбирала все сорта балконные, те, которые годятся для выращивания в горшках. Теперь я просто вскрою все эти пакетики и выложу семена сюда. Итак, я разложила все семена, которые мне нужны в тепличку. Кстати, их у меня очень мало, но все-таки это балкон, а не огород. Помидоры вот совсем в маленьких количествах, потому что в некоторых горшках будет просто... Мне нужен вот одно растение. Я пока три семечки посадила в тепличку. Посмотрим, что это вырастет. Если что, в любой момент можно досадить. Мы все-таки находимся дома, поэтому можно и досадить. Никуда не спешим. Сейчас у нас 10 марта. Вот, а по мере того, как семена будут проклевываться, я буду высаживать их в маленькие горшочки на рассаду. Семена петрушки я просто залила тепленькой водичкой, еле тепленькой. Вот. И оставлю так на двое суток. Это делается для того, чтобы эфирные масла, которые мешают петрушке прорасти, они ушли в воду. Кстати, вода уже стала такого цвета, немножко желтоватого. Теперь я еще раз очень аккуратно опрыскаю сверху семена. Чтобы все было влажным, и горох накрою еще дополнительно.
Ну, это как бы импровизированная тепличка. На самом деле это просто контейнер от пончиков. Да. Обычные такие сладкие пончики. Все, теперь это оставлю в теплое место, но не на батарею. Где-то градусов 25, но у нас в принципе в квартире есть 25 градусов. Когда это все прорастет, я с вами поделюсь результатами. И на этом все. Всем спасибо, до новых встреч. Пока-пока.